Якутского ученого Романа Десяткина наградили золотой медалью Российской академии наук. Награду ученому присудили за цикл работ по генезису, географии, эволюции криогенных почв и их трансформации в условиях меняющегося климата. На пресс-конференции, которая прошла сегодня в медцентре, ученый рассказал о своей научной деятельности, результатах многолетних эколого-географических стационарных исследований самобытных почв криолитозоны. Добавим, что золотую медаль рано учредили к столетию со дня рождения Василия Докучаева, основателя Русской школы почвоведения и географии почв. Ее вручают раз в 5 лет за выдающиеся научные работы и открытия в области почвоведения. Медаль, присужденная Десяткину, 22-я по счету за всю историю вручения награды с 1947 года. Я глубоко тронут столь высокой оценкой результатов моей научной деятельности. Мне повезло в том, что я родился в центре материковой криолитозоны и вблизи полюса холода, где очень хрупкая северная природа разбивается на тонком деятельном слое и часто на ледовом комплексе. Но без постоянного внимания и поддержки ведущих ученых, работавших в Арктике и в зоне многолетней мерзлоты, результаты моих исследований были бы не столь значимы. Так что низкий поклон всем тем, кто помог мне оставить след науки.